приготовлю ужин и поболтаю. Баклажан. Гниль! Вот так и с людьми, друзья. Вроде как вожделеешь, а вот сейчас хорошо, хороший человек, а нет, с гнильцой. Тема сожительства, раннего сожительства и вообще зачем и для чего люди вступают в это сожительство. И нонсенс всей этой темы в чем? То, что меня прям вот повергает в шок, и мне это не нравится, я с этим не согласна абсолютно. И хоть кто, хоть тем более, я же говорю, я опираюсь на мнение топовых там психологов на ютубах и в принципе в медийном пространстве, которые убеждают сейчас нас, современных девчонок, современное общество, что жить, идти в сожительство — это норм для девушки, типа ничего в этом такого нет. Ну типа, блять, тот же Лобковский, взять его, как раз таки он об этом и говорит. Ты серьезно считаешь, что ты вот прям возьмешь свою дочь и отдашь сначала с одним пожить, потом с другим, она там одному будет наготавливать, там насасывать, надрачивать, потом второму, третьему, и она так будет пробовать, и ты придешь, как бы ее погладишь за это по головке? Сожительство на ранних сроках, на ранних этапах ваших отношений, без статуса хотя бы невесты, это зло. Все у всех плюс-минус одинаково. Там нет такого, что ты думаешь, блядь, у меня ромбиком, а у него треугольником, и мы, походу, не сойдемся. Там нет такого, потому что все у всех одинаково. В чем вы, блядь, можете не сойтись? Не сойтись в том, что не договориться, кто после кого урну почистит, мусор, или кто посуду помоет. Вот слово вообще бытовуха. Мы пожили и поняли, что нет. Да вы и так, в принципе, можете пообщаться и понять. Подходит, ну, как я, да, общаюсь с человеком. Ценности совпали наши? Приоритеты совпали ли наши вообще, взгляды на жизнь, на быт совпали, значит и там все везде по всем фронтам совпадет, значит и не нужно мне пробовать его, а ему не нужно пробовать меня, и вообще я в принципе, я не позволю, чтобы меня пробовали, поэтому лично это моя позиция, по какой причине я не ходила и не пойду в сожительство, за исключением осознанного рабство под названием брак. Мужиков не порицаю, абсолютно нет, ни вообще никаких претензий нет, потому что исключительно беда вот этих вот инфантильных сосунков — это заслуга бабской распущенности. Вот как вы себя ставите, таких вы и получаете. Соответственно, с них взятки гладкие. Поэтому девчонкам нужно начать в первую очередь себя. И пока вы вот позволяете вот эту хуйню-муйню творить, сожительство, вот эти вот секс на первом свидании, я свободная, я, блядь, простая, как ветер, сегодня я там, я в современном мире. Блядь, что ты знаешь о современном мире? Ты, блядь, кроме как современный мир, каждый год новый iPhone выходит. Вот современный мир. Илон Маск ракеты запускает каждый месяц. Вот современный мир. А здесь, как тысячелетиями ты была устроена женщиной, и вот так ты и осталась. Поэтому какой тут нахрен современный мир?